Бухара издревле является крупным центром каракулеводства. Перспективное направление получило качественный подъем после принятия указа главы государства о мерах по дальнейшему развитию шелководства и каракулеводства в Республике Узбекистан. Создаются кластеры, где применяются самые передовые технологии, внедряются новые научные подходы, принимаются меры по улучшению селекционно-племенной работы. Первостепенной задачей реформ, касающихся каракулеводства, доведение его до уровня промышленного производства. В этих целях по стране планируется открыть более 280 предприятий. Они будут функционировать на базе 51 кластера и охватывают такие направления, как переработка кожи и шерсти, мясоперерабатывающие комплексы, производство готовой продукции и кормов. 48 аналогичных предприятий начнут свою деятельность в Бухаре. Первой ласточкой стало предприятие «Бухаро Каракуль Кластер». Производственная мощность – переработка 250 тысяч каракулевых шкур в год. Еще один примечательный аспект. 8 кластеров в регионе теперь сотрудничают с данным предприятием на основе кооперации, что способствует экспорту продукции. Значение соответствующего указа руководителя страны по развитию данного направления мы видим в двух аспектах. Первое – выделение земли людям, у которых есть овцы, и обеспечение каракулем предпринимателей, у которых есть земля. Второй важный момент, отображенный в документе. В Бухарской и Новоайской области в определенной степени развито каракулеводство, но нет цепочки взаимодействия между предпринимателями. Данный указ помогает создать эту цепочку. Раньше короткие волокна шерсти считались отходами и шли на выброс. Но теперь из них делают пряжу. В прошлом году цена за 1 килограмм шерсти составляла 3000 сумов. А в нынешнем пряжа экспортируется по 3 доллара. Остатки превращаются в войлок и отправляются на промышленные предприятия. В кластере создано 50 новых рабочих мест. В 2021 году планируется экспортировать продукцию на сумму 1,2 миллиона долларов. Наша задача – увеличить рабочие места в два раза. Деятельность кластеров будет совершенствоваться. Откроем предприятия по переработке шерсти, производству капсул. В 2021 году эти проекты будут полностью реализованы. Еще один важный проект. В Бухаре в скором времени появится центр каракулеводства, в котором сотни девушек будут шить готовые изделия, одежду и аксессуары из каракуля. А в этом шоуруме будут проходить показы мод. Это, в свою очередь, поможет увеличить поток туристов и принесет предпринимателю доход. До принятия постановления о развитии каракулеводства предприниматели работали поодиночке. Документ объединил их деятельность и создал цепочку от поставки сырья до производства и экспорта продукции. Цель – восстановить репутацию бренда «Бухара Каракуль».